Я включаю камеру заранее, чтобы собаки не слышали звуков включения. Но они видят зато коробочку. А что за звуки? Как голуби. Марсик, что это за звуки? Я такого не слышал. А ты что сказал? Ау! Прибежали. Вся команда прибежала. Мирка! Мирка, уйди! Уйди от Марсика! Мирка, сейчас буду наказывать тебя. Не лезь к Марсику. Сказал, не лезь к Марсику. Получишь меня. Кому сказал? Не лезь. Не лезь. Отстань. Марсик. Мирка. Сегодня все звуки издают. Уйди от Марсика. Уйди, сказал. Уйди. Не понимает. Это, знаете, рад только змей ловить. Кто там еще издает звуки? Вот. Марсюшкин. Марсюшка. Марсик. Иди ко мне. Нет, Марсик пусть заходит. Вы уйдите. Вы уходите. Марсик, заходи. Марсик. Ты не Марсик. Дайте Марсику пройти. Иди, Марсик. А ну, иди, покажи. Ой, нам же лекарства надо принимать. Где тут она? Лекарство, вот она. Сейчас. Машинчик, подожди. Ой. Ладно, неудобно одной рукой. Сейчас. Обычно это ножницами дело, а тут ножом. Сейчас мы примем лекарство. Вот эту оболочку кто-то еще придумал. Врач сказал жопку делить на две части. А не сказал, как делить, или вдоль, или поперек. Я вдоль разделил. Думаю, неужели лекарство не подействует. Ой, Марсик уронил. Пойдем. Иди сюда. Иди, Марсюшка. Пойдем. Со мной. Сюда иди. Ну-ка, залазь, осмотрим тебя. Иди. Иди быстрее, залазь. Запрыгивай. Вот так. Запрыгивай и сиди. Ну-ка, показывай. Сядь. Сядь спокойненько. Что у тебя тут татушка осталась? У тебя тут татушка осталась уже немножко. И ты будешь без ушка. Видели? Уже чуть-чуть осталось. И Жорка догрызет тебе ушко. И придется тебе протез ставить. Да. От хрюшки. Я договорился на мясокомбинате. Там сказали, что дадут. Михаил Петрович тебе пришьет. Правда, она будет розовая. Будет у тебя одно ушко черное, другое розовое. А? Тебя устраивает такая перспектива?
Вы знаете, что переживает? То, что я-то его угостил, а других-то не угостил. И вот это его совесть мучает Марсика. Говорит, хозяин, там же еще другие тоже есть. Такие же собачки, как я. Это я. Режу колбасу. Тогда я, помните, ножницами резал. Так, это значит Мирке, Ради лирику побольше дадим. Нет, мы, наверное, сделаем вот так. Тебе еще дополнительно жопку, ты ее под язык клади. Это ж там сидят. Где они? Убежали уже. Только же сейчас сидели, страдали. Пошли. Отнесем. Все. Утренний прием лекарств, как обычно положено. Все, пошли. Лерочек, давай, пока никого нету. Быстрей. Хватай. Марсик, выходи. Хвост убирай, сейчас придавлю тебя. Так, ну тут, знаете, сколько. Знаете, тебе. Жорка по пальцам всегда стукает. Так, осталась одна Радочка. Она не будет кусать за пальцы. Она мягко берет. А это тот жесткий. Отрастил зубы, блин. Во что ты превратил Марсика во ухо? А? Что на тебя? На что похоже? Пушка. Да, Марсюшка. Больное ушко. О, какое. И кусает. Сколько можно? И все время за одно и то же. Правда, он тоже за лапку кусает. Ну, лапку не видно, а вот ушко видно. Вернее, уже все меньше и меньше становится видно ушко. Ну все, лекарство выдал. Они меня зовут Сад. Все собрались. Ну, это уже будет другая серия. В этой серии у нас был прием лекарств. И я показал, какое ушко у Марсика. Вернее, что осталось от ушка. Одна макушка. Ждут. Нетерпением идти в сад. Ладно, пойду я позавтракаю, а потом выйду и пойдем с вами гулять по саду. Всей компашкой пойдем.